НАТО нам не надо! НАТО нам не надо! НАТО нам не надо! НАТО нам не надо! Участники митинга выразили недоумение присутствием солдат иностранных государств-членов НАТО в молдавской столице. По мнению протестующих, им нечего делать в нашей стране, где нейтралитет закреплен в Конституции. Молдова нейтральная страна, согласно Конституции, и нам больше всего сегодня нужен мир. Мы не хотим, чтобы наши солдаты ехали в Косово, так как это делает эта власть. Мы не хотим, чтобы наши солдаты участвовали в учениях на Украине, сейчас так называемые, вместе с блоком НАТО. Мы вообще не хотим присутствия на нашей территории. Мы хотим мира, поэтому берите чемоданы, все солдаты, которые здесь появились, якобы те, которые устанавливают плитку, и едьте домой в свои страны, оставьте нас в покое. Мы хотим жить в мире и согласии. НАТО нам не надо. Митингующие скандировали «нет натовским базам», «Молдова – нейтральное государство», «стоп НАТО» и другие лозунги. Стоп, янки! Грязные лапы от Молдовы! Грязные лапы от Украины! Долой! Через океан чертовой матери! Нам без них хорошо, нам не с кем воевать. Страна у нас мирная, и с Приднестровьем найдем общий язык, и с Украиной найдем общий язык, а тем более с русскими. Абсолютно НАТО здесь ни к чему. Действительно, организация НАТО нам не нужна. У нас есть масса своих социально-экономических проблем, которые мы должны решать. Мы должны оставаться нейтральной страной и не вступать в никакие военные блоки. Прямиком от Центра информирования и документирования НАТО активисты направились к посольству США, где также обратились к дипломатам. Исполнительный секретарь партии социалистов Влад Батрынч напомнил слова посла США в Молдове Уильяма Мозера о том, что он поддерживает молдавский народ и демократию. В этой связи Батрынч отметил, что жителям Молдовы нужно дать возможность самим решать. Социалисты утверждают, что будут бороться и в дальнейшем за право голоса наших граждан, в том числе и за проведение национального референдума о вступлении Молдовы в таможенный союз, а также за то, чтобы Молдова никогда не стала частью блока НАТО. Безусловно, мы будем бороться всеми законными методами, в первую очередь политическими. Мы уверены, что данная власть получит холодный душ 30 ноября на выборах парламента и будет сформирована другая власть, которая пересмотрит все соглашения этой власти. Напомним, что 4-5 сентября в Великобритании проходит саммит НАТО. К обсуждению предложен ряд приоритетов, в том числе оценка последствий кризиса между Российской Федерацией и Украиной и достижение согласия по новой главе в отношениях с Афганистаном. Нашу страну представляет министр обороны Валерий Троенко. Молдова принимает участие в саммите впервые. Наталья Чайковская, Вячеслав Котин, Олег Арабаджи. Ведомости.